Мы же об этом говорили, что будет новая волна, ну, третья вроде бы уже у нас. Мы ждали большей волны. Я думаю, Пиневич сказал уже об этом, что мы ожидали в полтора раза выше подъем. Я особо не переживаю. Мы производим достаточно вакцин для того, чтобы, ну, хотя бы обезопасить на время людей. Ну, на полгода, на 6, 7, 8 месяцев. Мы не знаем, на какой срок вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на, ну, как я говорю, 6, может, 8 месяцев, это точно. Еще раз повторяю, вирус активизирует те болезни, которые есть у человека, хронические. Даже те болезни, которые мы порой не видим. Вирус их возбуждает, активизирует. И учитывая то, что мы постоянно будем жить с этими вирусами, не знаю, какие будут, коронавирусы, еще что-то, нам надо взяться за себя и за свою жизнь. Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил, свое надо. Свое надо есть из нашей земли, питание должно быть свое, а не какое-то заморское возить. То есть надо браться за свой образ жизни. Ну, многие на вакцинацию уповают. А ты? Пока не прививалась. Не прививалась, ну я тоже. Я недавно по случаю был в больнице, ну и врачи, как обычно, схватились, взяли кровь на анализ. И говорят, отлично, пока не надо. Ну и я не планировал вакцинироваться. Не планировал, может быть, даже и не буду, потому что я ни от гриппа никогда, ни от чего не получал прививки.